33-летняя Наталья Ионова, глюкоза похвасталась изысканным вечерним платьем. Поклонники узнали в образе певицы легендарный стиль Грейс Келли. Артистка позировала в элегантном платье белого цвета с глубоким декольте и разрезом до бедра. Сверху звезда накинула меховую накидку. Наталья распустила волосы и сделала яркий макияж в стиле Голливуда 60-х годов. Накрасила черные стрелки на глаза и нанесла красную помаду на губы. Дополнили гламурный образ дорогие украшения с бриллиантами, серьги, колье и браслет. Сама Ионова создала интригу, лишь намекнув на причину такого преображения. «Мои любимые, так хочу вам всем показать то, над чем мы так долго работали, что мы сняли», — кокетливо сообщила певица. Образ глюкозы напомнил узнаваемый лук Грейс Келли из фильма «Поймать вора» Альфреда Хичкока. Голливудская дива была в похожем белом платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. Актриса тогда украсила свою шею массивным колье и предпочла стильный вечерний макияж. Поклонники Натальи сделали комплименты ее изысканности и признались, что артистке очень идет голливудский шик середины прошлого века. «Наташенька, шикарный образ, роскошная, настоящая королева, ослепительная Наталья. Сколько в этом грации и красоты, настоящая принцесса Монако», напомнили Грейс Келли. «Классический Голливуд, прекрасная эпоха», написали они в комментариях. Ионова любит дразнить поклонников откровенными нарядами. Так, Наталья в одном кружевном белье позировала на кровати. Звезда выбирает дерзкие стили для пляжа. Голый купальник звезды произвел настоящий фурор. Сама певица иронично оценивает свой внешний вид в прошлом. Так, она высмеяла пристрастие к солярию в самом начале своей карьеры.